пятерка самых редких пород кошек иностранок. В мире существует огромное количество пород кошек. Однако среди них есть и очень редкие, о которых вы могли даже не слышать. Предлагаю узнать о пяти самых редких иностранных породах кошек. Американский рингтейл или кольцехвостая кошка, которая отличается длинным изогнутым хвостом. Предком этой породы был кот Соломон с мутацией гена, который он передал своему потомству. Также в Америке было еще несколько кошек с такой мутацией, среди которых были мейн-кун и манчкин. Поэтому американский рингтейл является помесью нескольких пород кошек. Немецкий или прусский рекс родом из Германии. Первый такой кот был замечен на территории Восточной Пруссии рядом с Кенигсбергом, сегодня Калининград, еще в 1930-х годах. Эта порода кошек является помесью русской голубой и турецкой ангоры. Официально прусский рекс был признан в 1951 году. Его отличительной чертой является короткая кудрявая шерсть, которая может быть самого разного окраса – рыжая, белая, черная или трехцветная. Такая кошка не переносит холод, так как у нее совсем нет подшерстка. И именно поэтому такую кошку необходимо усиленно и калорийно кормить. Мандалай или азиатский бомбей, родиной которого считается Новая Зеландия, является помесью бурмы и обычной домашней кошки. В дальнейшем геном этих кошек подселили ген абиссинской кошки. Благодаря такому скрещиванию мандалай обладают крепким здоровьем и черным окрасом шерсти. Это очень умные и сообразительные животные со спокойным характером. Также у них хорошо развиты охотничьи инстинкты. Австралийская дымчатая кошка выведена в Австралии на основе местных дворовых кошек, а также кошек бурманской и абиссинской породы. При создании данной породы основной упор делался на сохранение уникального размытого окраса таби и формирование спокойного и уравновешенного характера. Порода имеет 7 вариаций окраса – брауни, синий, карамель, шоколад, сирень, золото и персик. Голова имеет форму широкого тупого клина с большими выразительными блестящими глазами. Шантелье или Шантелье Тиффани появилась в Америке в 60-е годы как иностранная длинношерстная кошка. Никто не знает наверняка, как они произошли, но версий об их появлении есть множество. Одна из версий гласит, что они являются родственниками бурмы, но исследователи опровергли эту теорию, изучив гены кошки. Одна из заводчиц селектировала в породу гены других длинношерстных кошек и дала породе название Шантелии. Друзья, а какие редкие породы кошек известны вам? Обязательно расскажите об этом в комментариях. Еще не подписаны? Скорее подписывайтесь! А также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький, уютный дом под названием «Земля».